Ну, өнүккөн өлкөлөрдү карап келсек, они вообще горнодобывающие отрасльды замораживают и ищут поиск, в смысле, ищут другие варианты дохода. Раз уж мы их используем, то однозначно надо повышать. И я думаю, максимально повышать, с учетом и урона экологии, потому что последующие наши потомки нам за это тоже, вам всем, кто там против, выскажут, наверное, свое мнение. Я просто хочу один пример привести, да. Вот здесь үкмет мен колдойм көтөрүүнү. Тура, буну элде түшүнөт, же таптакыр замораживать этип башка источник тапкыла, же использовать этсеңер максимальный мамлекетке киреш алып келсин деген сөз болот да. Бир пример. Вот здесь ставка роялти по минеральные и термальные воды для бальнеолечения деп турат да. То есть вот пример теплых ключей мен айткым келет да. Бул мамлекеттин биздин мындай подходубузда 14 ноября 2019 года Межрайонный суд Чуйской области признает недействительным постановление Ламединской райгосадминистрации администрации о том, что ты ОАО электрические станции пользуются теплыми ключами. Где өздөрүнүкпөйт? Ичиндеги бир мындай мафиозный группировка иштебейт. Анан деген фонд госимущества атайын бияктан комитеттен 2 жыл мурда, 1 жыл бой 2 жыл мурда канча болду ГП туризм түзгөнүнө? 1 жыл болду, Минэконом. Же 2 жыл болду? 1 жыл болду, да. Ошол ГП туризмге, ГП туризм иштегиле деп аларды далга чаап, алар иштейт. Анан ушул давайте как мындай проект катары ошол эмени алабыз десе, немене теплые ключины. А у нас, оказывается, в каждой сфере своя мафия, да? Да, имени Олеон, бюджет Олеон, еще барбу джок, а я он да деген, из-за чуда, теперь вот этот фонд, вот эти вы, вот вы здесь пишете, да, минеральные, термальные воды для больного лечения, да, они стоят и неправильно используются. Во-вторых, есть, когда есть люди, есть наша специально созданная организация, считает МДС, другая государственная организация стоит и тормозит это. У нас внутри правительства, между государственными органами тоже бардак. Ушундай нерселерди, мына просто мен бияк окуп калдым, да, что вы, оказывается, там, ну, повышение, не повышение деп атасыңар, там что происходит? Пора наводить порядок. Потом вот эти лицензии, которые выдаются, да, мы в Чаткал ездили год назад с коллегами, безалаберно 200 лицензий, 154 лицензии, из них находится 90% государственных служащих и ОПГ в руках. Инвентаризация эчким кылбайт. Ошондон мындай порядок кылбайсыңар. Ошондон кийин и у коллег меньше вопросов к вам будет. Почему? Потому что там у кого они на руках, кто по 300 сомов купил, потом перепродает, кто этими всеми делами вершит, и мне глотат, эчким билбейт, там толк маалымат жок, инвентаризация жок. Горнорудка, сиз эмсиз отурасыз ба экен, биз бирге албадык белек. Элдин ызычуусун билесиз э? Мамлекет өзүңөр мафиясыңар деп айткан сөздөр. Вот ушундай нерселерди мындай жооп алып, ушундай толук маалымат менен келгенде и депутаттарды бүгүн болгон суроолор да болбойт. А так мен толугу менен колдойм, өкмөт баны көтөрүш керек. Руда, горнорудка, алтын кен бул биздики өнүккөн өлкөлөрдө вообще тийишпейт. Просто аргасыз бизде башка источник дохода жок болсо, хотя бы максимально бул жерден элге мындай бюджетке киреше келиш керек. И экология болгон ишерти максимально төлөттүрүш керек. Рахмат.